во вторую свою поездку я зашла в тот же самый магазин, чтобы посмотреть, что у них появилось еще новенького, и я не разочаровалась, потому что я нашла еще одну упаковку Color PH Lex. Это набор для домашнего использования. Он также с протеиновым, и он для поддержания эффекта, который вам дает, собственно, основной Color PH Lex. В этом наборе у нас уже три позиции. Это специальный шампунь в объеме 120 мл. Это специальный кондиционер в объеме тоже 120 мл. И это специальный несмываемый уход с вот таким вот спреем-дозатором, который вы наносите на волосы после того, как вы их немножко подсушили полотенцем, в объеме 60 мл. Все эти три препарата также протеинами, но, к сожалению, не в той концентрации, в которой сам непосредственно оригинальный Step One Color PH Lex, который заботится о здоровье ваших волос, укрепляют их. И, конечно же, постоянно использовать данный продукт возможности нет. И я его использую периодически для того, чтобы поддерживать эффект. Данный набор уже в два раза, по-моему, дешевле, чем непосредственно сам Step One и Step Two. Вот эти вот три позиции, о которых я вам рассказала, шампунь, кондиционер и несмываемый кондиционер, они стоят порядка 25 евро. Все вместе. Постоянно использовать их достаточно проблематично, потому что, честно говоря, объем 120 мл на шампуне и на кондиционере, ну, мне это там с моей длиной волос, это буквально на там 2-3 применения, поэтому я их использую периодически для того, чтобы поддерживать состояние моих волос вот такими, какие они есть и какими они мне нравятся, для того, чтобы между процедурами их восстанавливать, их подпитывать протеинами. И, честно говоря, я взяла ради интереса, потому что мне очень понравился сам основной продукт, и когда я увидела еще несколько позиций с таким же названием, мне действительно очень захотелось попробовать и узнать, что это такое. Я попробовала непосредственно от шампуня, кондиционера и несмываемого ухода такого вау-эффекта, как от самого продукта Color PH Lex, я не увидела. Но, тем не менее, как некая поддерживающая процедура за достаточно приемлемые деньги, она точно имеет право на существование. Итак, спасибо, что остаетесь на моем канале. Мне очень приятно, что та информация, которой я делюсь для вас, является полезной. Я с удовольствием вам рассказала о тех новинках, которые совершенно случайно оказались в поле моего зрения, и попробовав которые, я была приятно удивлена их качеством и тем фактом, что они действительно работают. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте, оставляйте комментарии. До скорых встреч, пока-пока! Честно говоря, когда мы говорим о количестве препарата для нанесения, помимо того, что мы читаем инструкции, я бы все-таки призывала вас исходить из того, какая длина ваших волос и какая густота ваших волос, потому что, собственно, задача любого препарата и ваша задача как человека, который платит за это деньги, заключается в том, чтобы данный препарат работал. Так вот, для того, чтобы препарат работал, экономить его не стоит. Да, его не стоит и перенаносить, потому что это получится бессмысленная, собственно, трата самого препарата, но экономить на себе точно не стоит. Поэтому я считаю, что вот вариант, когда вы подобное средство покупаете сами и приносите его к своему мастеру и наносите его в той пропорции, в которой вы сами считаете нужным, это и есть оптимальный вариант вот непосредственно для данной истории, которая работает на защиту ваших волос и на их укрепление.